Первый, а четвертый. Во дворе чисто. Можно приступать к штурму здания. Приступайте, четвертый. Аккуратнее, там заложники. Я помню о заложниках. Начинаем! Бросай оружие, иначе я убью ее! Отпусти заложницу. Оружие на пол. И останешься жив. Слово офицера. Тебе все равно некуда деваться. Сдавайся. Ну, что ты надумал? Ну ладно, бери ее! Бросаю! Подождите! Наконец-то! Сидеть! Первый, я четвертый. Заложники освобождены. Террористы обезврежены. Потерь нету. 1/300. Кто? Это командир ранен. Уходите к месту встречи. Ждите вертушку. Да понял я, уходим. Здравствуй, золотой. Ай, какой красивый мужчина. Сразу видно военный. Хочешь, погадаю, все расскажу, что было, что будет. Хочешь знать, что будет, золотой? Тоже не хочет. Только на деньги не рассчитывай. Я ваши штучки знаю. Не нужны мне твои деньги. Они тебе понадобятся. Ты куда? Уезжай отсюда, подальше. Хочешь жить, уезжай. А что здесь такого происходит? Еще старая рана не зажила. Хочешь новую? Уезжай отсюда, бриллиантовый. Всем будет лучше. Бедовый ты. Да. Хорошее начало отпуска. Доброе утро. Привет. Тетя Тунь, привет. Тёма! Ты что ли? Навоевался, значит. Давно пора, а то ведь даже мать без тебя хоронили. Виноват. Служба такая, не мог приехать. Ладно, ладно, прости меня старую. Вернулся, живой, здоровый. Радость-то какая. Жалко, мать тебя не видит. Да. Иди, иди. Я за твоим домом строго приглядывала. Все нормально. Спасибо. Иди. Вернулся. Чертяка.
Спасибо, тетя Дуня. Приглядывала. Бледнолицый. Сейчас я буду снимать с тебя скальп. А! Все, сдаюсь. Чингачгук опять победил. Мир? Мир. Предатель! Здорово, брат! Ну, пойдем. Ну что, надолго к нам? На 10 дней. В отпуск по ранению. Как по ранению? Подожди, что случилось? Да так, ерунда, на гвоздь напоролся. Да ладно, нет, подожди, рассказывай, что-то серьезное? Да говори уже. Просто случайность, напоролся на гвоздь. Ты как, все в школе? Ну да, конечно. Где же еще? Там, кстати, у нас все лучше и лучше. Мне высшую квалификацию дали. Ух ты. Мой ученик занял первое место на городской олимпиаде. По физре? По матеше. Вот так-то. Поздравляй. Поздравляю. Спасибо. Доча уже на втором курсе. Приезжает только на каникулы. Так что мы с Валей одни. Ты-то сам как с личной жизнью? Жениться во второй раз собираешься? Мне одного раза хватило. Тогда, значит, так. Сегодня вечером у меня накроем стол, все такое. Я Валькину подружку приглашу. Света, замечательная женщина. Правда, с ребенком, но девочка уже совсем взрослая. Послушай, так что... ну это-то зачем? Затем. Хватит уже вот это холостяком болтаться. И не спорь. Как там у вас на службе говорят? Это приказ. Все. Значит, вечером у меня. Жду. Тихо! Слушаем, слушаем. Давайте выпьем за моего брата. Ну а что? Красавец мужчина, офицер. Мужчина, я бы сказал, в самом полном расцвете сил. Коля. А что? Брат, куда только женщины смотрят? Коля. Я не знаю. Коля. Тёма, за тебя, мой брат. Прекрасный тост. За тебя. Закусывай. Да чего закусывай? Давай. Раз в год. В год! Могу себе это позволить? Слушайте, шашлык готов! Ха! Не весь, но есть! Шашлычок горяченький. Берем. Пожалуйста. Разбираем. Ой, хорошо, как... Спасибо. Свое время. Ай, что мы только не творили. Коля. Впрочем, что, это не Коля? Для женщин разговор. Коля? Хотя мы друг друга понимаем, да, Тёма? Да, было время. Было, правда, потом нас судьба развела. Я в армию, а он в военное училище. Теперь он... я тоже. В общем, так, спасибо. Что вы молчите? А что? А что? Как на похоронах? Что ты говоришь такое? Слушайте. Николай. Давайте... На реку пойдем. Ну, конечно, купаться. Куда же еще? Потянуло. Коля. Чего? Тебя опять на подвиги потянуло? А что? Угомонись. Ну, нет, так нет. Ну, все равно, ну... А давайте танцевать. Коля, а что? Ну, послушай. Я сейчас музыку поставлю. Иди, иди. Тихонечко. Валечка, поздно уже для танцев. Я пойду. Светочка, ну посиди еще. Только мне завтра на работу, утром.
Если вы не против, то я провожу вас. Позволите? Позволю. Угу. На работу не проспи. Угу. День-день-день! Я не понял, а где все? А Тёмочка со Светочкой ушли. А, ну ушли, так ушли. Ой. Ну чё? Коля, ну что с тобой сегодня? Прямо герой-любовник. Пошли. Массовик-затейник. Пошли. Угомонись. Да, Кулька сегодня прям в ударе. Да, конечно, в ударе. Я его таким пьяным вообще никогда не видела. Вы на него плохо влияете. Ну, почему же плохо? Парень расслабился наконец-то. Ну да, конечно. Повеселился в кои-то веки. Да уж. А вот интересно было бы узнать, а что это такое эдакое вы с ним вытворяли в дни лихой молодости? Вы не поверите. Решали математические задачки особой сложности. Не верю. А знаете, вы для меня вообще человек-загадка. Родители ваши здесь жили, да, помню. А вот вы как будто и нет. Все верно. Отец был военным. А. Поэтому детство прошло в разных гарнизонах. Ну, а сюда переехали после его отставки. Я как раз поступил в военное училище, поэтому приезжал только в отпуск. Так что здесь, кроме Кольки, ну и теперь вас, никого не знаю. Ну, тогда все ясно, почему я вас никогда не видела. Городок у нас маленький, все лица давно примелькались. Может, перейдем на «ты»? Артем, вы здесь у нас в отпуске на пару недель. Приехали отдохнуть, развеяться, так? А что в этом плохого? Вам нужен легкий курортный роман. Я для этого не гожусь. Ну, знаете ли, я не такой уж повеса, как вы меня описали. Да? У вас по глазам все видно. Ну и какие у меня глаза? Масляные, плотоядные. Ну все, мы пришли, спасибо, что проводили. Вон там я живу, до свидания. Ну что ты уперлась? Ну сейчас часик покатаемся Стас, и все, эй, Стас, сюда. Отпусти! Ну, я тебя умоляю. В чем дело? Ну-ка, отпусти руку. Что это такое, Вик? Да ничего, я домой иду, понятно? Ну и дура! Что ты сказал? Вообще-то это невежливо. Никакая она не дура. Тетя Свет, это что за мужик? Тебе что надо? Чтоб ты извинился. Что? Стас! Что сказал? Стас! Ты кому сказал? Заметь, я тебя не трогал. Ты первый начал. Пусть не больно! А будет еще больнее. Артем! Слушайте, отпустите его, ему же больно. Неправильные слова говорит. Ты покойник, ты понял? Мам. Еще попытка. Вика, прости! Мужик, я тебя запомнил. Ты понял? Мы еще встретимся! Вот зря вы так. Стас редкий подонок. Да это все из-за его отца. Он просто думает, что ему тоже все можно. Кто его отец? Вот видите, как плохо никого не знать в городе. Зяблов его отец. Преступный авторитет. Вот что теперь будет, я даже не представляю. Да ничего не будет. Идите спокойно спать. Ну хорошо, идем спать. Спать, наверное, никто бы не осмелился. До свидания. Спасибо. Давай, давай, иди. Ну, мам. Иди, говорю, иди. Ну? Мамочка, а что это за кавалер у тебя? Ты его где подцепила? Вика, ну-ка прекрати в таком тоне, подцепила. Это двоюродный брат Говорова. У них и познакомились. Между прочим, человек взялся меня проводить, и из-за тебя вляпался в неприятности. Да почему в неприятности? Да потому что! Мне кажется, что такому мужику неприятности только к лицу. Очень крутой, мне очень понравился. А тебе как? Это случайный человек. Сегодня здесь, завтра там. Тут не о чем говорить.
Ты лучше объясни мне, что у тебя со Стасом? Ой, мамочка, не начинай, пожалуйста. Это моя личная жизнь. Я тебя очень прошу, не надо начинать, ладно? Вы посмотрите на нее. У нее личная жизнь. А между прочим, я волнуюсь. Вика, почему из всех парней ты выбираешь самого отвратительного? Да почему самого отвратительного? Стас, он... Он очень... Он забавный. Да? Стас подонок. Это знают все в городе. Мам, ты видела, какая у него машина? А ты вообще представляешь, как они живут? У них дом трехэтажный и машин полный гараж. Мама, вот это жизнь. Девочка моя, я скажу тебе банальность. Не в деньгах счастье. Да? А в чем? В том, чтобы в одиночку дочь растить, потому что муж поматросил и бросил? Или, может быть, в том, чтобы жить вот здесь, в этой трущобе, еще думать, что это счастье? Или в том, чтобы работать парикмахером и стричь всяких стариков за копейки? Ну-ка замолчи! Не нравится моя работа, не хами матери. Тогда не лезь, пожалуйста, в мою личную жизнь, ладно? Спокойной ночи. Привет, тетя Тоня. Привет. Ай, молодец. Только вернулся из-за хозяйства. Может, у меня посмотришь? А то живу одна, помочь некому. Какие проблемы? Посмотрим. Ага. Да, Тём, вон там забор надо поправить, и калитка не закрывается. Сил-то уж нет захлопывать. Сейчас закончу и приду. Ну, жду-жду. Так. Вон он, видите, забор чинит. Ага, ущерб отоварим. Да, Гдан? А что тянуть? Ага. Ладно, давайте. А я пойду. Вечером увидимся. Я не понял. А чего? Лезешь? Что вы делаете? Вдвоем, на дно! Ой, боюсь. Зима, обалдеть! Хватит драться! Пошли вон! Очень страшно! Я сейчас полицию вызову, вон пошли! Очень страшно! Слышь, мужик, ты не местный, поэтому говорим один раз. Ты тут лишний. На вот, заборчик доделай. Понял? Сиди, не высовывайся. В следующий раз такой крыши не будет. А что будет в следующий раз? А встретим, покалечим. Проваливай давай, придурок. Спасибо, конечно, но зря вы это сделали. Я бы и сам справился. Зато теперь мы с вами в расчете. Слушайте, вы как, руки-ноги целы? Да вроде. Ну, это еще проверить надо. А пойдемте в дом, я вам ссадины обработаю. Да какие там ссадины? Так вы, оказывается, военный? Так и думала. Ну и в каком вы звании? Майор. Жаль, что не генерал. А я вас как увидела, сразу подумала, что вам, наверное, очень идет форма. Ну что, смертельные раны есть? Да вроде нет. Жаль, это я могла бы перевязать. Ты лучше мне скажи, каким боком здесь оказалась. Мимо проходила. Мимо проходила. Ладно. Если честно, я просто хотела, чтобы Стас меня, понимаете, немножко поревновал. Ну, ему это полезно, а у нас в городе просто больше никому. Вы мне поможете? Конечно, нет. Ты меня в свои истории не впутывай. А то... Маме все расскажу. Я думаю, что это уже без надобности. Скорее всего, уже все готово, и Стасу точно доложили, что я у вас в доме. Да? А кто эти мордовороты, которые учили меня жить? Ребята Зяблова. Одного зовут Лысый, а второй, кажется, Агдам, что ли. Ну и как мне их найти? А вы что, действительно собираетесь с ними разбираться? Они же настоящие бандиты. Даже не думайте об этом. Я сам знаю, о чем думать и что делать. Ты только скажи их место дислокации. В Зябловском баре на набережной. Зяблов – это отец Стаса. Понимаете, просто нормальные люди туда не ходят. Был один бар на набережной с бильярдом. Ну, так это он и есть. А вы правда туда идете? А можно я с вами? Я только одним глазком посмотрю. Конечно, нет. Ты идешь к маме, а я по своим делам.
Шагом марш. Бегом. Паш, да ты не нервничай. Расслабься. Ну почему мне не везет так сегодня, а? Кругом непруха. Ну не расстраивайся. Ну не везет Паше это в карты. А в бильярде нужен трезвый, холодный. Ты представляешь, ну, вышли мы в открытое море. Что? Расчет. Отлично. Ну молодец. Браво. Молоток, красава. Да. Все рассчитал. Ну так чего так? Прокатил. Разул меня прямо. В открытое море и решили закинуть пару шашек динамита. Не представляешь. Паш, до костей тебя копей. Вот уж кому везет в делах, так это тебе. Пойдем-ка лучше наши дела перетрем. Соня! Ну ты знаешь. А кто там еще был? Да все были, вся братва. Стас здесь? Не было еще. А что? Плесни парочку. А вот и Сонечка с коньячком. Прошу. Эх, спасибо. Завидую я тебе, Паш. Сегодня ты станешь миллионером, не абы каким, а долларовым. А это, согласись, немало. Да уж. Да не дергайся ты. У меня здесь ни жучков, ни стукачей нет. Так что можешь говорить все. Главное, внятно, чтобы я тебя понял. Если бы я тебе не доверял, я бы здесь не сидел. Куда везти товар? Слушай, запоминай, записывать ничего не надо. На 15-м километре северной трассы возле столба с цифрами тебя будет ждать мой человек по кличке Гвоздь. Ты его сейчас видел в баре. Он тебе и покажет, где место. А ты где будешь? Я буду на месте ждать тебя с деньгами. Привезешь товар, получишь деньги. Привезешь еще, получишь еще. Нет, Зям. Товара, к сожалению, больше нет. И в ближайшее время не предвидится. Жаль. Очень жаль. Хороший бизнес. Хотелось бы продолжения. Ну, на нет, как говорится, и суда нет. Давай выпьем. Давай. О, ну, собственно, вот. Здравствуйте. Ребята, что-нибудь здорово. Желаете? Ребята, ничего не надо, спасибо. Я думаю. Привет. О, мужик, ты че? Да он мне явно за добавкой пришел. В прошлый раз на улице мы не договорили. Ага. И у меня остался какой-то неприятный осадок. А знаешь почему? Я вас выслушал, а вы меня нет. Ну и что ты хочешь сказать? Пойдем на улицу, поговорим. Да, и тараканчика своего возьмите, этого Стасика. Стасика тут нету. Ну тогда вы оба за него. О, народ борзый пошел, явно не местный. Слышь, мужик, иди на улицу, сам с собой разговаривай. А так? Да ты чего? Слышь? Че, кто такой? Помощь нужна? Да не, не надо, разберемся сами. Ладно. Ну все, дятел, ты труп. Дай дубинку! Ты что делаешь, тварь? А к вам я никаких претензий не имею. А мы имеем. Вот так. Часто у вас такое? Первый раз. Прекратить драку! А менты зачем? Не знаю. Может, мимо проезжали. Да не дергайся ты, это свои менты. А что, без них никак нельзя, что ли? Ладно, стой здесь. Пойду разрулю. Ну и что здесь происходит? Да вот с ребятами поговорил. Давай в машину его. Вперед. Иди. Сергей Константинович, добрый день.
Привет. А что это у вас здесь за побоище? Да вот, неадекватный посетитель затеял драку, избил моих сотрудников. А. Пострадавшие напишут сегодня же заявление, это я гарантирую. Хорошо, хорошо. Давай, ага. Удачи. Так, лысый, иди сюда. Это что сейчас такое было? Сергей Константинович, это не местный. Я вижу. А с какого перепуга он тебе по шее навалял? На сумасшедшего вроде не похож. Да ерунда все это. Ну, псих. Ненормальный. А давай диагнозы врач будет ставить. Толком расскажи, что у вас с ним за терки. Да помяли мы его немного. Стас просил. Этот вояк его обидел, но мы за Стасой впряглись. Понятно. Со Стасом я сам разберусь дома. Так, а вы никуда не расходитесь? Сегодня вечером серьезная работа. Подробности позже. Сопли утри. И пацанов всех собери. Соня! Где мой коньяк? Мадемуазель, прошу. Так, ну и зачем ты меня сюда привез? Ну сейчас сама все увидишь. Так, только без рук, пожалуйста. Все, 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 все. Вика, подожди, не смотри, закрой глаза. Осторожно, ступенька. Ага. Идем. Что ты забыл? Не смотри, не смотри. Идем, 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 идем. Долго еще? Нет, 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 нет. Прам-прам-пам! Пу! Круто, да? Батя обещал подарить, если институт закончу. Вот эта вещь, да? Слушай, а почему он здесь стоит, а не на воде? Потому что он зимой здесь стоит. А в этом сезоне мы еще не успели на воду его спустить. Вика, иди сюда. А это зачем? Ну, я тебе каюту покажу. А на носу мы забацаем Титаника. Это какого еще Титаника? О-о-о, ты чего? В кино, что ли, не ходишь? Все девчонки от этого прутся. Вика, да это же Титаник! Вика! Я твой, Леонардо Ди Каприо! Я наконец-то получу Оскара и подарю тебе! Знаешь, лже Ди Каприо, а дай мне лучше порулить. А? Давай. Подожди, Вика, сейчас я помогу тебе. Подожди. Говоров Артем Иванович, военный штаб округа, командир подразделения. В отпуске. Что же это вы? Устроили драку средь бела дня. Придется сообщить на службу. Там переживут. Медицинское свидетельство не будем делать? Да он трезвый. Трезвый? И такое устроил в зябловском баре. Неужели из Зяблова досталось? Не, этот жук, как всегда, в стороне остался. Даже жалко. Не знаю, о ком вы говорите, но у него еще все впереди. Шутник. Веселый у тебя будет отпуск. Зябловские от тебя не отстанут. Лучше уезжай. Я подумаю. Давай его в первую камеру. Пусть там думает. Давай, иди. Ненавижу тебя, сволочь. Да, Вик, подожди, ну ты же сама хотела. Я думала, что ты меня любишь, а тебе это вообще не интересно. Да подожди, Вик. Ну ты классная. А ты нет. Сын богатого папеньки, думаю, что тебе все можно. Спасибо за комплимент. Цветов не надо. Да иди ты. Вик! Ну когда ты денешься с подводной лодки-то, а? Вик! Вик! Вика! Подожди, я до дома тебя довезу. Вика! Проваливай! Дура! Что-то я не понял, а что он здесь делает? Стас! Стас! Привет, бать! Ты что здесь делаешь, м? А? Я тебе сколько раз говорил, чтобы ты здесь не появлялся? Опять баб таскал?
Да каких... Где она? Да каких баб, батя? Я приехал просто катер посмотреть еще раз. А ты у меня про катер спросил? Забудь про катер. Ноги в руки, вон отсюда. Ну! Мухай! А что такого-то? Ничего. Тебя здесь не было сегодня, ясно? Так, Агдам, лысый, попасите снаружи, нам лишние глаза не нужны. Ну, а мы ждем. Вика! 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 Куда ее понесло? Зяба! Ну, здорово. 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 Это все мое, так что здесь чужих нет. Но... Деньги привез? Товар привез? Ух ты! Прошу. Ну, прошу. Вот. Так-а. Так. Вот. Ну вот, 40 АКМов. Плюс к ним 10 цинков патронов. Ну и 4 ящика гранат. Все как обещал. Понятно. Да положи ты пистолет тут все свои. Положи. Положи, тебе сказали, пистолет. Откуда ж такое богатство? Нет, я должен знать, иначе денег не получишь. Это из одной горящей точки. Там ментовский арсенал взяли. Это его часть. А где все остальное? А остальное уже продано. Понятно. Ну, хорошо, пойдем. Зяба! 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 Ты что? Зяба, зяба! Мамочка! Ну что, возьми пистолет. Ну? Нет, ребята, я просто охрана. Не могу стрелять безоружного. Савелий, разберись. Ну давай. Схлестнемся. Эй, охрана, давай уходи. Ну чё, давай разомнемся. Сергей Константинович, что дальше? Товар в контейнер, Жмуров фургон. Машин наши пачкать не будем. Может, мы их вместе с фургоном сожжем? Нет. Жмуров утопить, в озере за рыбозом.
А фургон поставить в тихое место. Пусть стоит. Ну да, ее теперь в угон объявлять некому. Хватит ржать, юмористы. За работу. Только бы поржать. Все, убираем эти. О, тетя Свет, здрасте. Я там звоню, чего-то никто не открывает. Вика, ты куда делась? Я не знаю. А? Стас, Пау. Ты видел ее сегодня? Ну, мы немного покатались, и все. У нее мобильник целый день не отвечает. Где она может быть? Я волнуюсь. Я думала, она с тобой. Ну, нет, уже нет. Правда? Я правду говорю, тетя Свет. Я не знаю, где. Стас! Да. Найди ее, пожалуйста. Я съезжу в одно место, я думаю, что она там. Найду. Что здесь осталось? Не наиграл в прятки, дура! Какого черта? Пожалуйста, не кричи на меня, я ни в чем не виновата. Что ты здесь делала? Ничего. Я ничего не видела, ничего никому не скажу. Пожалуйста, отвези меня что домой. Что именно ты не видела? Стас, это ужас какой-то. Что? Они привезли целую кучу оружия, и за нее убили 3 человек, представляешь? Так, ты видела, кто стрелял? Да. Кто? Твой отец. Ты кому-нибудь звонила? Ментам звонила? Я никому не могу позвонить, у меня мобильник сел, даже маме. Пожалуйста, отвези меня домой. Я знаю, что нам делать. Поехали. Поехали. Не поеду я с тобой никуда. Садись в машину, я сказал. Стас. Поехали. Говоров. Давай на выход. Черт, только заснул. А до утра остаться нельзя? По административному задержанию больше 3 часов не положено. Сейчас заберете личные вещи и свободны. Ждите повестку к следователю. Спасибо, майор. Света? Здравствуйте. А вы чего здесь делаете? Моя Вика пропала, и я хочу подать заявление. Когда пропала? Да с утра дома нету. Не рановато ли подавать заявление? Да я чувствую, что с ней что-то случилось. У нее мобильник с утра не отвечает. Все подружки давно дома, а ее нет. О, я уже все больницы и морги обзвонила. Ну-ну. Морги, я думаю, и больницы подождут. Да. Да и заявление тоже. Давайте вместе ее найдем. Вместе? Ну да. Этот парень ее, Стас, кажется. Да, Стас. Нет, он тоже не знает, где она. Тоже волнуется. Волнуется? Значит, что-то знает. Неплохо бы с ним поговорить. Я знаю, где его искать. Пойдемте, я покажу. Пойдемте. Так, давайте. Молодец, Валерия Михайловна. Полосатого в дальний. Еще налей. Стас, может, хватит? Отец опять ругаться будет. Я тебе говорю, еще налей. Хватит меня учить. Знаешь, как я сегодня влип? Хорошо, хоть нормально все разрулил. О, опять ты? Что на этот раз? Нам Стас нужен. Стас, по твою душу. Стас. Тетя Свет, я ничего не знаю. Я ее не нашел, ну правда. Послушай, где вы были сегодня? Не твое дело. Как раз мое. Девочка пропала. Мы ее вместе ищем. Ты видел ее последним. Где? Не, я тебе ничего говорить не буду, ты понял? Я ничего не знаю. Отстаньте от меня вообще. Так. Что еще случилось? Батя, они Вику ищут почему-то у меня. А ты типа не знаешь, где она? Чего вы все наезжаете? Я ничего не знаю. Ну да, довез ее. Ничего я не знаю. Ребята, нам надо точно знать, где и когда в последний раз видели Вику. Может быть, от этого зависит ее жизнь.
Я просто не понимаю, почему вы не хотите нам помочь. Пожалуйста. Потому что ее здесь нет. А ты, если еще раз будешь приставать моему сыну с расспросами, я тебя накажу. Ясно? Лысый, объясни товарищу, что да как. А ты зайди ко мне в кабинет, поговорим. Ну, ты сам уйдешь или помочь? Мало тебе. Мы уходим, уходим. Уйдем, пожалуйста, я очень тебя прошу. Но ты же видишь, что это за люди, это не люди. Мы уходим. Важню. Ну что, пойдем накатим? Бей, Валерия Михайловна. Так, Стас, я не понял, что происходит? Ну, пап, ну а что такого? Ты почему опять нажрался среди бела дня? Ну, подумаешь, чуть-чуть выпил. Так, я говорю, нажрался, значит, нажрался, а не чуточку выпил. Нажрался. Еще раз увижу тебя в таком виде в бильярде, я... Я понял тебя. Так, все. Теперь еще. Что это за вояка, который второй раз тебя спрашивает? Что ты опять натворил? Ну, пап, ну он выпендрился, я сказал лысому, чтобы он его проучил. Ну, он его проучил, все нормально, пап. А что за девчонку он ищет? Сынок, ты пойми, я самый лучший твой адвокат. Если ты что-то натворил, то ты сразу скажи. Иначе пап, поздно будет. Я же все равно узнаю. Ну, пап, ну это Вика. Ну, покатал я ей немножко, ну там высадил. Ну, я не знаю, куда она пошла, правда, пап, честное слово. Только и всего. Ну, только и всего. Ну, у лысого спроси, пап, ну. Хорошо. Я спрошу. И спроси. И спрошу. Вот и спроси, и спроси. Так, все, хватит. Иди проспись. Уже. Все. Завтра поговорим на трезвую голову. Все, я пошел, хорошо. Все, пошел. Саня! Где мой коньяк?